ситуации. В 2016 году, когда была такая короткая конфликтная фаза между Арменией и Азербайджаном, Кремль активно вмешался, и эта фаза закончилась. С одной стороны, мы только можем сказать, что очень хорошо, что люди перестали стрелять. С другой стороны, влияние Кремля после каждого такого вмешательства вырастает в разы. Сейчас на повестке самый плохой вопрос, который плохой и для Армении, и для Азербайджана, это возможность введения российских миротворцев. А что такое российские миротворцы? 2008 год, Грузия, значит, Абхазия, так называемая Южная Осетия. Российские миротворцы в Хинвале начали конфликт, ждали прихода регулярной армии, чтобы оккупировать так называемую Южную Осетию. Ну, поэтому роль и большой позитивный вклад любых из Кремля предложенных вариантов все знают, все будут стараться максимально от этого отказаться.